Это кузбасский уголь. Видите, какого качества? Но я думаю, что он лучше даже, чем тот резервный. 8 тонн счастья привезли на днях жительницы Локтевского района Натальи Свечниковой. Больше месяца женщина, ее 9-летняя дочь инвалид и отец-пенсионер замерзали. В своем районе купить тепло ни за какие деньги не могли. Заказали топливо из краевой столицы. Почти за 400 километров от дома. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем мы районе купили этот уголь. Нам теплее стало. Нам ребенок первый раз лег в ночнушке спать. А не в сапогах, не в носках шерстяных, не в кофтах. Пижама, во, все, мы ее убрали, только с бани до дома дойти, все. Теплые вещи спрятаны в шкаф. Пуховые одеяла временно отложены в сторону. От печи веет долгожданным теплом. Постепенно холодный дом прогревается. В наше время замерзать – это несерьезно все. Перестройку не замерзали. Этот вот что-то вообще мрак. Локтевский – тот район края, где проблема с топливом даже на первое время до сих пор не решается. От тонны угля, которую еще на прошлой неделе предлагали районные власти, Наталья отказалась. Его предлагали из резервных запасов муниципалитета. А оно, говорит женщина, сомнительного качества. По ее опыту, расход казахстанского угля больше кузбасского. Плюс этот вариант дорогой – 5,5 тысяч за тонну вместе с доставкой. Мне в самой администрации района сказали, в приемной, когда я звонила насчет этого угля узнавать, что вы хотели? Мышка? Мышка и то достается сыру в мышеловке второй мышке, а первая погибает. Сельские жители напуганы, что поставки черного золота совсем скоро прекратятся. И запасаются им впрок. Причем уголь – это не просто редкое явление в районе, но это еще и роскошь. И без того скромно живущие жители Локтевского района берут на эти цели кредит. Каждый год я беру кредит только для того, чтобы выкружиться, отдать. Но если бы и в этом году мне пришлось взять, мне спасибо детям, я бы за год не рассчиталась. А те годы у меня получалось, я брала, я в октябре беру или в сентябре кредит, и за год я рассчитываюсь. На следующий год я опять беру кредит. В этом году не вышло бы у нас. У меня 25 вышло. Мне дадут такой кредит или нет, кто его знает, потому что у меня там еще висят кредиты на жизнь. Поселок Масальский с высоты птичьего полета, где трубы дымят, уголь есть, где нет, значит, люди до сих пор ищут возможность его добыть и согреться. Проживает в Масальском не больше 2000 человек, но говорить о бедах с углем готовы далеко не все, в основном те, кто доведен до отчаяния. Уголь добиваются каждый год с трудом. Я выходила на прямую линию к Путину для приобретения угля. В начале октября только выбила 3800 угля. Вам хватит этого на зиму и не боитесь? Нет, вот не хватит. Что не хватит, потому что уголь некачественный. Сейчас уходит по 2-3 ведра. Я многодетная мать, мне необходимо, чтобы заранее знать, что это. И то не факт, что нам этого угля хватит, потому что зима неизвестна какая будет. А если среди зимы покупать, то неизвестно где, если в Локтевском районе не будет. А с Третьяков, извиняюсь, дорога дальняя, и сами понимаете, что не факт, что оттуда можно будет привезти. Представители районной администрации комментировать проблему нехватки угля в районе не стали. Сослались на занятость, мол, днем шло селекторное совещание. Мы приехали вечером, спустя 4 часа после первого визита. Вроде бы и селекторное совещание должно было закончиться, но ответов как не было, так и нет. Нас попросили прийти завтра. А между тем, глава столицы Локтевского района, города Горняк, Сергей Журба, прокомментировал сложную ситуацию с топливом. Причина перебоев, говорит чиновник, в том, что угольные разрезы Казахстана стали работать на Европу и Китай. Там за топливо предлагают хорошую цену, нежели в России. В районе были созданы организации, но даже им не отпускался угольный транш. На прошлой неделе власти начали выдавать особо замерзающим жителям района по тонне угля. 3000 за уголь плюс доставка. Подвоз мог осуществляться как самими потребителями, так и был предоставлен, значит, услуги, значит, теплоснабжающей компании по их расценкам, у которой, я вам скажу напрямую, они в половину меньше, чем у нас частники осуществляют подвоз. Если это, значит, частник у нас берет 1000 рублей за машину, за доставку, то, значит, та же тепловая компания отпускала в пределах, если не ошибаюсь, 640 рублей. 640 рублей – это, к слову, только по Горняку. Чтобы довести топливо до сельских жителей, нужно в 3-4 раза больше средств. Чиновники говорят, запасаться нужно было раньше – летом.
Почему люди ранее не заготавливали? Да, здесь будут сейчас и такие моменты высказывания в мой же адрес, что да, там то не было угля, то денег не было. Была возможность и раньше заготовиться. С июля деньги лежат. Шоферам позвонил, все, по 20, по 30 человек лежит в очередь, у нас угля нету. Вот, считай, вся деревня с Третьяков привозила все, а потом в Третьяках не стало. В Локтевский район ожидают поставку 6 вагонов угля из Казахстана. Это 100 тонн. В рамках района капля в море. На теплую зиму для 10-12 семей. И по информации краевого Минстроя, эта партия не последняя. Но и в дальнейшем объем их будет небольшой. А между тем, Наталья Свечникова, которая первая заявила о катастрофической нехватке угля в своем районе, собственно, как и другие жители, обеспокоены, что черное золото рано или поздно закончится. И нужно будет искать тепло вновь. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.